Всем привет, мои ребята! И сегодня вы будете смотреть канал Настюшка Airborne Моисеева. Вы, наверное, вот это вот уже увидели. Короче, сегодня будет распаковка моей мини-реборн бумажной Эльвира. Эля. Начнем с ее игрушек. Так. Так-с. Это, наверное, подстилка. Кстати, я ей уже кроватку приготовила. Это подстилочка. Подушечка. Мишка. И там еще, по-моему, куколка. Вот такая куколка. Она, кстати, будет похожа на нее. Так, сдавайте тогда одежду. Ой, сколько ее тут много. Ого. Ого. Ого, огошеньки. Сколько их тут? Я даже все не могу достать. Так, все, вроде я достала. Вау. Так, это тоже подушка. Ага. Я делала это все комплектами. А, я цепися. Слипик. Это для спания. Так. Сейчас. Раз. Я сейчас покажу это комплектами. Тут еще должны быть трусики. Одежку в сторону. И теперь приступаем. Кстати, вот кроватка самой малышки. Надо открывать очень аккуратно. Эльвирочка. Она, кстати, кудрявая девочка. Итак, вот. Это будет у меня эльфик. Вот такая вот она, девочка. У меня много раз тут была имплантация тела. Но у меня все получилось. Так. Все, я вам показала. Для этого мне еще прислали клей, чтобы я могла, ну, стыкать это. Теперь я вам покажу это в собранном виде. В общем, вот так вот она выглядит. Я чуть-чуть поменяла местами. И вот. Я же говорила, что кукла на нее похожа. Мишка такой вот, ми-ми-ми. Эльвирочка, Эля-Эля. Элечка, Эля. Вот. У нее даже тут телевизор есть со свинкой Пеппой. Свинка Пеппа. Ну, всем пока. С вами была Настюшка и Эльвира Моисеева.